кстати, похоже на некий, так сказать, новосибирский Хогвартс. Ну, дальше, которое здание находится. Сейчас маленечко покажу. Ну, гастроном там находится, что там еще? Где сосульки? Прям это, прям на, прям новосибирский Хогвартс. Вау. Сибирский Хогвартс. Кто же там живет на самом высоком балкончике-то? Вот так вот как-то выглядит центр Новосибирска. Вот такие вот просто, вау, фантастические сосульки. Ну вот, Хогвартс. Я вышел из Хогвартса. Да, там какая-то академия. Академия. Поэтому, вот так вот. Дальше сегодняшний влог. Мне кажется, еще больше разрисовали пионер за все это время. Вот такое вот красивое здание и в таком вот состоянии. Вот так вот культура пионер. Никто не заботится о здании, вон видите, все сверху разрушается постепенно. Что, казалось бы, центр города, Первомайский сквер, там находится часовня, мэрия буквально-таки в нескольких шагах, и вот так вот бездарно простаивает здание. Высокая все-таки горка, да? Сейчас приблизим, вон готовятся дети. Опа, опа. Практически как бобслей. Оп, и улетели сюда. Опа, шашлык. Так, глинтвейн, пряники, пиво. Мы ничего не продаем. Вау. Нас не пускают туда. Тут вообще громко, блядь. Ну, типа снежный танк, понял? Снежный танк? Ну, да. Ладно. Давай. Да как? Ты снимаешь? Да. Поближе сними, чтобы она загорелась. Видно все?
ветер просто идет. Или ты с этой вот стороны вот сюда? Давай. А? Давай с какой-нибудь. Сука, заебало нам. Угу. Где-нибудь выходить оттуда. Надо просто дома делать это. Коробок разорвался прям, да. А я вот тут где-то вот хожу возле Аура. И знаете, странно, что вот это вот место, оно как-то вот не облагораживается. Ну, то есть и летом все так же было, в принципе. Сейчас просто больше снега, да, стало. И ну, какой-то нормальной дорожки нету, что ли, дороги, либо развязки здесь, что ли, выезда. Вот все вот так вот через такие ухабы. И, собственно, флотилия. Здесь тоже как-то в сторону метро двигаюсь, и как-то никакой нормальной дорожки нету, что ли, для того, чтобы добраться до метро, которое находится вот там, дальше. То есть вот такая вот убогая дорожка. А там, кстати, сделали каток вот на той территории. В этой самой низине сделали каток. Кстати, раньше флотилия светилась одним цветом, сейчас сделали, короче, что флотилия переливается разными цветами. Ну, прикольно с одной стороны. Прикольно, я тут сел на Марксом и еду в пустой маршрутке. Ну вообще никого нету. Это площадь труда уже. Вот так вот. Опа, ну что, сегодня будет распаковка то, чего я купил в H&M. Нет, это не то, это все майки. Это майка, но она будет позже. Так, что у меня здесь? О, какой чек. Так, окей. Купил я три пары носков. За 259, 209, 8 же за 698 рублей. Три пары носков, но они по цене. Три пары по цене двух. Вот такой пакетик. Вообще, я как бы до этого не заходил в H&M. Ну, как бы это такой магазин, более презентабельный. Ну, вот, зашел, и я понял, что это мне нужно. Вот такие носки. Принглс. Носочки 40-42 размер, ну то есть мой размер.
Вот такие с тигром. С тигром. Вот такие вот носочки. 349 рублей. И вот такие с... Что это? Ананасы там или что там? Короче, фрукт какой-то, да? И вот такие вот, короче, носочки. Ну, Принглс прикольный. Хотя можно там еще прикупить еще такие же, ну, три пары. Но там тоже интересный принт. Там картошечка, что-то еще там какие-то такие. Спейдж Боб тоже. Поэтому вот такие вот носочки у меня теперь. Вот. Мы, конечно, будем распаковывать вот такую майку. Это, короче, майка... А, наверное, вы заметили, это TikTok майка. Да. Сейчас я посмотрю, как выглядит это на мне. Вот такая вот маечка. Вот тапок мой. Уберем его. Вот. Ну, там на той стороне ничего нет. Только на этой стороне принт. Вот это TikTok. Ну вот.